В принципе, короткий комментарий такой, что игру мы проиграли. Значит, с точки зрения самоотдачи моей команды здесь ничего не могу сказать. Была полная отдача с нашей стороны. Здесь в этом обвинить никого нельзя. Динамо забило гол после рикошета. Наш вратарь Габулов не мог среагировать. После этого мы еще Динамо стало еще больше играть от обороны. Этот гол им помог еще более в оборонительном футболе. На 8-й минуте у нас была отличная атака, очень красивая. Несколько раз в ходе нее мы могли поразить ворота, но, к сожалению, не смогли. И я сейчас посмотрел повтор момента, когда мяч после удара в перекладину опустился. Кто-то подумал, может быть, за ворота. Но я должен быть честен, даже когда мы проигрываем, там все-таки мяч, он хоть и опустился за ту сторону линии, но линию все-таки задел, поэтому гола, наверное, не было. Опять-таки, в целом, сложно сказать что-то плохое в адрес моей команды, особенно в первом тайме. Давили постоянно, оказывали давление на ворота соперника. Были моменты, стандарты, которые мы не смогли реализовать. Но это футбол, самоотдача, опять-таки скажу, претензий к моей команде быть не может. Supposed goal by many, but I must be fair and say it was